Да, дорогие друзья, совершилось чудо, и увидел свет мой первый сольный альбом, который называется «Бабочки». Ну, невозможно, наверное, передать всю радость, которую испытываю я и все мои друзья, которые участвовали в создании этого проекта, поскольку, как вы знаете, я уже много лет пою мантры, и записано у меня, ну, наверное, 7 альбомов с мантрами. Это первый сольный диск, где именно профессиональные, высококачественные, великолепнейшие песни. И история создания этого диска такова. Дело в том, ну уж поскольку мы с вами близкие люди, могу рассказать, что всю свою жизнь я мечтала быть певицей. Когда мне было 8 лет, я была уверена, что я буду либо певицей, либо астрономом. Заметьте, что и то, и другое фактически мне удалось реализовать, поскольку меня всегда манило звездное небо, меня всегда манило нечто непознанное, и поэтому я, видимо, стала мастером фэн-шуй, специалистом по китайской астрологии, и, как вы понимаете, астрономия и астрология тесно связаны, и все это время меня не покидала мечта быть музыкантом, стать певицей, и вы знаете, я считаю, что мечты должны сбываться, собственно говоря, это мое жизненное кредо, и поэтому, когда я была последний раз на концерте своего любимого певца Таркана в Санкт-Петербурге, это было 3 года назад, я подумала, боже мой, я тоже так могу, я тоже так могу петь, я также могу двигаться, я также могу танцевать, и я также могу заряжать людей позитивной, радостной, светлой энергией, и поэтому все, я решила, что мне нужно стать певицей. И с этого времени мы стали записывать альбом. Идея этих песен, естественно, очень высокая. Мы стремимся сделать этот мир лучше, поэтому мы очень тщательно отбирали слова, мы очень тщательно отбирали композиции. В этом альбоме нет ни одного негативного слова. Все направлено на любовь и еще раз на любовь. И даже если есть песни, которые говорят о, скажем так, о несчастной любви, все равно есть надежда на то, что любовь вселенская, прекрасная любовь всегда будет с нами. Поэтому, друзья мои, диск родился, он вышел, и я сейчас обращаюсь к вам с таким предложением, с просьбой, можно сказать, о помощи. Я знаю, что у меня многомиллионная аудитория моих читателей. Я обращаюсь, ну, действительно, вот с просьбой помочь в распространении. Если у вас есть какие-то возможности выхода на радио, на СМИ, на телевидение, пожалуйста, помогите мне в продвижении диска, потому что я свято верю в то, что вместе мы сила. И те мои дорогие слушатели, кто могут помочь в этом процессе, они действительно будут сопричастны к этому. И вы же понимаете, что когда вы помогаете продвижение такого благородного, я, в общем, прямо могу сказать, этого проекта, вы также делаете свою жизнь лучше, более счастливой и радостной, потому что это реальный шаг, когда вы можете сделать добро. Поэтому я обращаюсь не только к тем, у кого есть выходы на СМИ, телевидение, радио, станции и так далее, интернет, какие-то порталы. Даже владельцы, например, салонов красоты, вы можете предлагать эти диски своим слушательницам. Я имею в виду своим посетительницам, да, они будут с удовольствием слушать эту музыку. То есть вариантов множество. Пожалуйста, прислушайтесь к этому, поскольку мы планируем, естественно, наши гастроли не только в России, по всему миру. И если вы поможете, то мы будем использовать ваши имена с благодарностью как наших таких вот их информационных спонсоров, то есть в любом случае это будет полезно всем. Основная цель этого диска, как и вообще моя деятельность, это распространение любви на планете Земля, на расширение понятия счастья, на достижение чего-то высшего и, конечно, на то, чтобы каждый человек, который соприкоснется с этой музыкой, с этими песнями, с этими прекрасными словами, он станет хотя бы немножко более счастливым. Поэтому я разделяю с вами свою огромную радость,
по поводу выхода этого проекта и приглашаю вас к сотрудничеству. Друзья мои, пожалуйста, помогите, очередь за вами, протяните мне руку дружбы и руку помощи, и я думаю, что нам удастся сделать этот проект супер успешным, супер популярным, и от этого, конечно же, выиграем все мы. Удачи нам!